Это уже третий показ большого тематического спектакля, посвященного Дню Победы. Ребята вместе с педагогами готовились к этому дню последние полгода, подбирали сценические образы, работали над видеорядом и творческими номерами. Хочу здесь парчок на скосе зал на бассофон. А мы для раненых в госпитале концерт готовим. Паша, Паша, а ты был там, на войне? Ты папку моего не видел, он за победу воюет. Первый показ состоялся 7 мая. По словам руководства школы, многие зрители в зале следили за происходящим на сцене со слезами на глазах. Каждый внимательно слушал актеров и проживал искренние эмоции, сопереживая событиям военных лет. Все это было подготовлено силами нашей театральной студии «Созвездие» школы номер 17. Соответственно, задействовано в данном мероприятии порядка 90 человек. Это и педагоги, и учащиеся нашей школы. Основная тематика, посыл этого мероприятия – это то, что нужно помнить. Без прошлого нет будущего. И чтобы дети знали, за счет какой цены они сейчас живы, за счет чего мы вообще существуем, существует наша страна. То есть все эти вещи, они как раз вот во время спектакля показаны. В этот день со сцены звучали военные песни и стихотворения, посвященные памяти павших солдат. А сама инсценировка стала достойным пополнением творческой коллекции школьной театральной студии «Созвездие». Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».